Все это время у меня было очень важное дело, и только сейчас я решился рассказать вам о нем. Дело в том, что я ходил... Писать. Писать, я сказал. Лёшка, идет писать. Ну, не сползи ко мне. Нет. Не заберешь. Лёшка, идет писать. Коридоры страшные, долгие такие коридоры. Лёшка пописал. Витя улыбается. Ладно, ладно. Шутка. Всем... С вами все еще Red Wolf. Это Майк, но с ним вы познакомитесь чуть-чуть попозже. Это приветствие вы слышали в последний раз. Да. Больше вы его не услышите. Ведь это видео последнее на канале Red Wolf. Потому что я его переименую. Но уж точно не потому, что я решил забросить это дело. Нет, тогда бы этого видео не было. Просто сейчас самая подходящая возможность это сделать, ведь канал практически умер, активность отрицательная. И это будет равносильно созданию нового канала с одним отличием. Тут будет мертвая 1000 подписчиков, просто как число. Сначала это не было для меня поводом оставаться на этом канале, и я хотел создать новый. Но вот буквально 16 января YouTube объявил о новых правилах монетизации. И теперь эта 1000 мне не помешает, ведь без нее мне отключат монетизацию попросту. Об этом я хочу сделать конкретное видео, в общем, тема отдельная. Пока не буду говорить, как я планирую его переименовать, и вообще в целом, что изменится, потому что я уже давно подготовил сценарий для этого ролика, и он должен быть классным. По крайней мере, в моей голове он классный. Но также труднозатратный, поэтому я не делал его первым роликом после моего долгого отсутствия, чтобы он хоть чуть-чуть потом набрал просмотров, когда канал немножко проснется. Хотя я и так уверен, что их будет очень мало, потому что эта тема касается только меня, моего канала и тех, кому еще интересно мое творчество. А на данный момент это только мои верные друзья, которым я безгранично благодарен за то, что они хоть как-то пытаются верить в меня. И за то, что спустя такое огромное количество времени, больше года, они все еще спрашивают у меня, когда новое видео или почему я их не снимаю. Пусть и единицы, но спасибо вам огромное, ребят. Правда, спасибо. Ну а теперь давайте ближе к теме. За год и 5 месяцев с момента выхода последнего видео именно для канала в моей жизни произошло огромное количество событий. И, конечно, за это время я предпринимал много попыток снять что-то еще интересное для... Да, это грустно. Ну, в общем, за это время я еще несколько раз пытался снять что-то интересное на канал. У меня было много идей, и давайте я не буду тратить эфирное время на свои отговорки. Вы все прекрасно знаете, что я ленивая еврейская морда. В общем, я хочу показать вам свои неудачные попытки что-то снять. К сожалению, я нашел материал не со всех съемок, да и с самого интересного материала, именно по сюжету, задуманному с этих же съемок, не снято просто, потому что это я. В основном это куча смешных моментов и ржаки с моими друзьями. Столько попыток и столько материала, я хочу, чтобы это хоть как-то вошло в историю моего канала. Так что, думаю, в виде смешного и динамичного монтажика это будет прикольно. Я подпишу примерную дату съемок и какая была задумка или идея у ролика, если она, конечно, была... Или это просто ржака. Ну, кто знает, вдруг вам будет интересно, и вы захотите, чтобы я реализовал все-таки эти идеи. Сомневаюсь, конечно, но обязательно напишите, если у вас что-то откликнется. Так, ну все, на этом длинное приветствие-предисловие закончено, и желаю вам приятного просмотра, ребят. НАНИ?! ОМАЕ ВА МОУ СИНДЕ ИРУ. Всем бонжур, я Антон из Франции. Бонжур, да? ЛОЖЬ!
здоровый залетел. Спирали пропала всю руку. Он матюкнулся. Когда? Схерали. Это не матюк. Хер, это растение. Ну ты матюкнулся. Хер? Может хрен? Блин, ладно. Если это растение, то я тебя поздравляю. Уи! Подожди, камера хочет пить. Дурак. Отвлекись от телефона, смотри, радуга. Радуга. Две радуги. Все. Раунд. Поснимаем. Пожалуйста. Все, я побежал. Я прибежал. Я вам расскажу, как на этом поднять. Собирайтесь на прогулку, берите с собой телефон и будем зарабатывать бабло. Стой! Надо фоткать друг друга, ребят. Медведь. И хрен его знает, какое телевидение. Ладно, пофиг, фоткай меня на фоне нее. Давай, быстро. Оп, такая. Да. Такой, что? О. Слушай, я боюсь врежется. Всем. Вах, с вами я, Red Bull. Я не знаю. Дура. Я не хотел. Что ты ржёшь, урод? Тарабы поют, мне ржачат. Ай, наконец-то я домонтировал. На этом сегодня все. У меня есть еще материал, но я решил не вставлять все в одно видео, друзья, и попросить вас кое о чем. Если вам хоть немного понравилось это видео, напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях или в личку. Дайте мне недельку, чтобы я привел все в порядок, сделал новый дизайн и провел полный ребрендинг моего канала. И сделал видос классный по этому поводу. Да, все. Обещаю вам крутой видос по поводу смены названия канала, дизайна и вообще, почему я все это решил сделать. Но очень прошу вашего отклика.